Приветствую, друзья! С вами Шевченко Александр, канал Академии Счастья. У нас, как обычно, морской бриз и приятное состояние. Хотя, читая какие-то там сообщения, новости, понимаешь, что что-то происходит в мире. Мы сегодня делали коллективную сессию такую, исцеляли, скажем так, то, что связано с коронавирусом, да. То есть, ну, конечно, брали причины и следствия. Вот, и я могу сказать, что самое основное – это наше намерение. Намерение какой-то духовной чистоты, такой порядочности, честности. Вот, и когда мы исцеляем, то мы направляем это намерение, нашу любовь, и, соответственно, происходит этот процесс исцеления. Вот, каждый человек – это сила, это духовная энергия, и мы можем вместе творить очень многое. То есть мы можем вместе создавать позитивные вибрации, любовь, радость, счастье, гармонию и помогать друг другу. И вот в этом состоянии, конечно же, происходит гармонизация, исцеление, и очень-очень многие вещи просто сами отпадают, исчезают, растворяются. Вот. Поэтому мой посыл – это давайте наполняться любовью. Вот. Сегодня в 18:30 будет тоже медитация совместная с хранителями частот. Я вышлю ссылку на Фейсбуке. Вот, ну и для тех, кто следит за мной, обязательно присоединяйтесь к медитации. Я даже могу выслать вам личное приглашение, если вы есть у меня в друзьях. Так что добавляйтесь в друзья, контакты мои будут под этим видео. Вот, и давайте, что мы сделаем. Да, сегодня я расскажу о том, как повысить уровень до любви. Потому что каждый из нас – это, опять же таки, духовное существо, и мы можем жить в любви, в радости, в счастье. Вот. Но почему происходит такая вещь, что мы не наполняемся любовью? Часто это происходит за счет того, что мы не можем, ну, скажем так, справиться с теми конфликтами внутри нас. То есть конфликт, он вызревает, мы начинаем чувствовать боль, негативные эмоции, страх, ну и, соответственно, это состояние начинает на нас воздействовать, ухудшать, разрушать нас и так далее. Вот. И повышение вибрации происходит, когда мы убираем вот эти негативные заряды, и наступает гармонизация, то есть у нас наступает такое внутреннее спокойствие, умиротворение, счастье, и энергия поднимается до, скажем так, ну, сердца, да, то есть мы начинаем жить в любви, радости, счастье, в гармонии. Вот. И в этом состоянии, конечно же, мы можем творить, радоваться жизни, делать прекрасные вещи, которые наполняют нас любовью. Вот. И любовь – это, наверное, самое важное, что есть в нашей жизни. То есть я думаю, что каждый человек, находясь в любви, может ну, видеть вокруг, что это все он, что это не просто, ну, скажем так, какие-то другие существа. Это все он, это все его, ну, скажем так, сознание, играющее в игру. И это сознание помогает в исцелении, в счастье, в гармонии. Вот, каждый из нас, творя, создает вот это состояние. То есть, поднимаясь до любви, мы становимся совсем другими. То есть, мы становимся какими-то, ну, такими, которые относятся к другому человеку совершенно непредвзято, как к самому себе, то есть, и действуют во благо. Вот. Поэтому каждый из нас может наполняться счастьем и дарить любовь. Вот. Дарить любовь – это очень просто, то есть на самом деле, то есть, когда ты наполнен, то хочется ее просто дарить, просто распространять вокруг себя. Вот. И это происходит даже как-то само собой, я бы так сказал. То есть тут нету чего-то такого, знаешь, что берешь и надо что-то делать такое. Просто находясь в этом состоянии, она излучаешь ее, наполняешься счастьем, гармонией, радостью. И в этом состоянии живешь прекрасной, радостной жизнью. Вот. И поэтому давайте будем наполняться любовью, дарить ее другим существам и жить в гармонии с самим собой и с другими. Вот. И, конечно же, в состоянии гармонии мы можем исцеляться, можем двигаться в сторону еще большего расширения, улучшения. Вот. И мой посыл – это наполнение счастьем. Вот как море плещется, да, мы как капельки в этом море, да, то есть мы чувствуем все море целиком, и это и есть вот это состояние любви, счастья, гармонии, радости. Жизненный цикл, он таков, что мы наблюдаем, принимаем решения и действуем, да, то есть где-то может произойти сбой, да, в наблюдении или в принятии решений, или в действии, то есть в разных ситуациях это происходит.
Но когда мы очищаем сознание, то состояние улучшается, и мы начинаем принимать решения более осознанно, компетентно. То есть мы знаем, куда двигаться, зачем, почему. Вот, то есть, и вот я занимаюсь процессингом, то есть практикой, которая помогает в исцелении, помогает улучшить состояние, наполниться любовью, гармонией, радостью, и быть в этом состоянии в гармонии, в счастье. Поэтому, друзья, кто желает, то я приглашаю на процессинг в Академию Счастья. Вот, все процессы происходят онлайн, поэтому даже никуда ехать не нужно. Просто нужно написать мне, я проведу сначала такую предварительную беседу, консультацию, мы пообщаемся, узнаем, что как бы, ну, что необходимо, какова цель ваша. Ну и будем двигаться дальше, то есть улучшать состояние, гармонизировать его. Вот, за счет проработки, за счет исцеления от негатива и повышения вибраций. Вот, то есть, ну, и вы сами можете сделать многое. То есть вы можете сами настроиться на эту волну позитива, быть самим собой, исцеляться, гармонизироваться, наполняться любовью и счастьем и быть в этом благом состоянии. Благость — это как раз вот то, что я как раз и пишу в конце обычно. Во благо, благодарю. Да, то есть, ну, вот это дарение благости, любви, тепла, уюта, то есть в каждый дом. Вот, проводим как еще и медитации, да, то есть наполняемся любовью, переводим энергию в режим высоких вибраций, частот, да, то есть. И наша цель — это постоянное, по сути, увеличение вот этой энергетики, повышение ее. Потому что когда мы в хорошем состоянии, что мы делаем? Мы наполнены любовью, да, или мы наполняемся любовью и улучшаем наше состояние. Вот в этом вся цель. То есть методик может быть большое количество, но основная методика — это в том, что мы рассматриваем как есть, убираем негатив и наполняем это место позитивом, да, то есть живительной энергией любви. Вот, поэтому, друзья, каждый из нас — это духовное существо, мы настолько можем, ну, творить чудеса, поэтому я приглашаю каждого стать сотворцом и наполняться гармонией, любовью, радостью, счастьем и творить добро. Вот, поэтому, кому интересно, то прошу, как говорится, в Академию Счастья. Вот, на самом деле мы двигаемся по пути духовного роста, и каждый из нас это отмечает. То есть мы видим, что происходит с нами. И духовный рост — это путь, да, то есть какие-то уроки повторяются, которые мы не прошли, какие-то уроки мы проходим, ну, скажем так, заново, да. Но зачастую основной урок нашей жизни — это как раз любовь и принятие. Да, то есть когда мы что-то принимаем, то это перестает нас волновать, и мы начинаем исцеляться, гармонизироваться, наполняться счастьем и жить во благе. Вот. То есть даря радость и себе, и другим. И вот в этом состоянии его ничто не заменит. Никакие там, не знаю, радости, сладости, там, власть, деньги, секс, наркотики. То есть все блекнет перед этим. Потому что почему вы думаете, люди вот, ну, как святые, да, там, которые медитируют, молятся, или то есть живут такой, ну, как праведной жизнью, как говорят, ну, не показушной, да, а по-настоящему в уединении. У них очень классное состояние, потому что им хорошо. То есть они радуются жизни, они в этой жизни творят добро по-своему, да, то есть они, возможно, там не строят дома, не занимаются каким-то бизнесом, но они наполняют жизнь счастьем по-своему. Они дают это счастье себе и другим. Поэтому у кого-то такой путь, у кого-то другой. Вот. Но у каждого свой путь. И этот путь — это путь любви в любом случае. Поэтому, друзья, другого пути просто нет. Это единственный путь. Даже если вы там злитесь, кричите, ругаете, все равно вы придете к состоянию любви, радости и счастья. Любым способом это придет в вашу жизнь. Поэтому, так как это единственный путь, наполняйтесь любовью, дарите счастье себе и другим. И присоединяйтесь к нашим сессиям, к медитациям. Это даст возможность каждому из вас наполниться в большей степени любовью, счастьем и двигаться по пути духовного роста, по пути полной свободе. Это будет то именно, что приведет вас в состояние счастья и благополучия. Поэтому я всем желаю счастья. Если видео понравилось, ставьте нравится, подписывайтесь на канал, добавляйтесь в друзья, включите колокольчик для напоминаний, делитесь этим видео с вашими друзьями. Напомню, что с вами Шевченко Александр, основатель Академии Счастья. И там на экране сейчас еще появится парочка видео, даже четверо, посмотрите их. Вот. Ну и живите с любовью, во благо для себя, для других.
это приведет вас к исцелению и исцелит от всего. Счастья вам, друзья. Люблю вас всех.